чувствует, обретает себя в этой подборце. И пока не сказать, что не слишком успешно. Волынский делает тонкую передачу. Достаточно в стиле вполне этого звена. Пост 1 на 1 со скамейки Торфников выскакивает. Кошечкин! Кошечкин спасает целую команду в этом эпизоде. И все время может оттуда отдать. Вот выход. Вот, видите, Мазякин даже не бежит. Он, ну, как бы, Вась, давай, выручай, я тебе, если что, помогу потом. Ну, вот, уже вернулся, действительно. Вася выручился, да. И помог. Да, просто и позже еще чуть-чуть имел шанс отличиться, пускал шайбу низом, как раз в расчете, что промелькнет она, снова прошмыгнет под щитом Василия Кошечкина, но Василий явно пора в этом даже не проводил.